Привет всем! Я хочу вам рассказать о китайских фитотампонах. Я узнала недавно о них, где-то 2-3 месяца тому назад. Искала в интернете лечение бесплодия, отзывы лечения бесплодия. И нашла там очень хорошие отзывы про эти тампоны. Женщины, которые не могли забеременеть 15-20 лет, после этих тампонов забеременели и родили. Эти тампоны я видела во многих компаниях, но я решила их заказать прямо с Китая. Они, во-первых, и дешевле, ну и кажется надежнее. Они шли где-то месяц. И вот пришли вот такие две коробочки, упаковочки. В них входят В каждой коробочке, упаковочке входит вот таких 6 коробочек. И в этих коробочках вот такой тампончик. Он маленький, круглый травяной шарик. И еще входит вот такой на пальчик. Я очень довольна этими тампонами. Я использовала 5 тампонов и потом пошла на УЗИ провериться. Мне сказали, что намного лучше, чем было раньше, но в трубе что-то есть. Напугали, что может быть внематочная беременность. Я пришла домой, поставила еще один тампончик, шестой. И на второй день я почувствовала, как этот тампон вытянул то, что было в трубе, что было, я не знаю, может, внематочная беременность, может, там была просто забита труба, не знаю. После 5 дней я опять пошла на УЗИ. И меня обрадовали, что все чисто, и матка, и труба, и все чисто. И я еще спрашиваю, что честно, все чисто? Он мне говорит, да, вот посмотрите, если не верите. И еще спросила, можно забеременеть? Говорит, да, можно забеременеть, нету никаких проблем. И вот еще я заказала китайские прокладки с анионами. Они еще не пришли. Но о них написано тоже очень много отзывов. Когда они придут, я вам покажу. И вот я очень рада и благодарна людям, которые придумали вот эти травяные шарики. Потому что у нас очень много девушек, молодых женщин, которые не могут вылечить женские проблемы, женские болезни. Так что, женщины, девушки, пробуйте, не бойтесь, и все у вас будет хорошо. Всем удачи и пока.